Так, побыстрее, отвечай на них. Так, далее еще что? Давайте мы посмотрим предложение без подлежащего. А красив, чуден, глубокий, чистый, это у нас что идет? Перечисление, да? То есть это предложение с какими? С однородными? Тоже себе имейте. Так, ну теперь давайте еще посмотрим, в школе мы рассмотрели на морфологическом, синтаксическом уровне, образное следствие языка. Я вот так положила подсказочки. Что такое эпитет, что такое эпитет, как расслабление, мы уже с вами об этом записывали в тетради еще раньше. Вот давайте мы теперь посмотрим, какие здесь встретили образные следствия языка. По тексту работаем, так побыстрее работаем. Где вот он предлагает. Темно-зеленая. Так, вторая группа. Вы что нашли? Тяжелыми. Так, еще? Лиловые шишки. Лиловые шишки. А вот унизленное оживление лиловых шишек. Это что у нас такое? Метафора. Молодец. Молодец. Метафора. Еще там есть что? Так, первая группа. А вот я вам подскажу. Посмотрите на предложение. Над лесными тропинками, кружевными белыми арками. Так будет потянуть синие стволы молодые дерев. Ну, здесь, знаете, это метафорическое сравнение, наверное, лучше всего. Метафорическое сравнение. Так вот, мы с вами должны сейчас записать и сделать вывод. Я вам подсказку опять опору даю, а вы должны сами этот вывод записать. И записываем быстренько. Текстов, описательного, речи там называли. Дальше, синтаксические средства. Значит, что мы с вами говорили, что там прилагательно полной краской формы, причастие подсказывали вас, девчонки, здесь. Так, еще что? Нареченного. И что еще? Глаголы настоящего времени. Да. Вот я поставила такую опору. Вы можете ее развернуть, по-другому сделать. Описание. Дается постоянная картина. Цель какая? Увидеть предмет описания, представить его. Какие морфологические средства, то есть языковые средства, особенности, морфологические, синтаксические и образные. Элементы композиции. И вот то, что мы записывали. Thank you.